Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. Да, друзья, мы снова в прямом эфире Киберарена ТВ, канал Point Blank, Тафа и Рекорд в студии, точнее Тафа в студии, Рекорд дома в Днепропетровске, Тафа в Киеве. Матч у нас российские и украинские команды Капуста Sounds Goods, игра номер 2. Вторая карта ВВГ. Должны сейчас ожидать каких-то нежданчиков от Sounds Goods. Должна быть интересная игра на ВВГ. То как-то ДЦ слишком быстро пролетело, согласись. Да, ну капуста, тут у них выбора просто нет, им нужно выигрывать, иначе будет борода. Вот сейчас, на данный момент, у Роксов уже два матча сыграно, они обыграли Sounds Goods 10-2-10-3, они обыграли Гетаганга вторых 10-2-10-0. Ну, в общем, вообще просто очередные скоростные рекорды. И капусте, если она сегодня не выиграет эти два матча, вообще сегодня все решается. Если капуста выиграет два матча, она занимает второе место. Вот сейчас все, в принципе, решается в матчах между Капустой и Sounds Goods, Капуста где-то ганг 2. У Капусты, в принципе, они сегодня за один день могут и пройти группу. Понятно, что следующую игру они проигрывают, да? Мягко назовем это команде Rock Skis. Вряд ли они там смогут потащить. Вообще шансов нет. То есть надо побеждать сейчас. Обыгрывать Sounds Goods, обыгрывать где-то ганг 2 и зарабатывать 3 очка. Но как бы точно такие же планы могут быть у вторых где-то гангов. Они сегодня играют с Капустой и 2 декабря играют против Sounds Goods. То есть, в принципе, они еще в третьем туре также могут выйти на второе место, если сегодня все будет успешно. Ну, как бы, опять же, тоже много решает эта встреча. Поэтому ждем. Ждем продолжения. Так, Рекорд. Как погодка в Днепропетровске? Ты знаешь, прохладно, да. Вчера, позавчера еще нормально было. Сейчас минус 5, минус 7. Ну, так нормально. Нормалек. Ну, я тоже, в принципе, особо не мерзну. Так, я себя слышу у тебя где-то в колонках, я не знаю, в наушниках. Я его отодвинул в сторону, чтобы ты не слышал, как я дышу в микрофон. Ясно. Ну, как дышу, это не страшно. Главное, чтобы вот этого не было. Этого кабеля. Адского. Ну что, пошла игра, друзья. Вторая карта. Tough Record комментирует матчи Капус и Sounds Goods. Дальше у нас будет Капус и где-то Ганг 2. 1-0 в пользу Капусты. И пошел ВВГ. Ну что, Капуста атакует. Как тебе вообще? Что ты скажешь? Все-таки сильнейшая сторона атака вот на этой карте или нет? Мне кажется, что здесь, ну, то есть в зависимости от того, насколько команда сыграна на ВВГ, ну, от того и будут атаки. Либо сильно жесткие, либо такие больше медленные. Сейчас посмотрим, как они будут играть. Вот минус, первый минус от Quad Damage. Я так подозреваю, что он будет довольно неплохо стоять винты. Правь дает минус. Ну, пока все живы, у защиты атака вышла на Альфу. Ой, как вышел Фит. Дал минус один. Ну, тут, конечно, ему нужен был пулемет. 200 патронов просто в такой позиции. Насколько я знаю, сейчас в Альфе есть игрок, и что-то он халдит, да? Не-не-не-не-не, Шишка уже в мидл прошел, Шишка уже на катушках, Кван за ним, и вот Шишка... Освещает, смотри, первый минус. Ой-ой-ой, смотри, бочка не взорвалась, ты видел? Ну, я видел, что Шишка возле бочки рассекал, ну, повезло, ушел под бетон, а че он не перестреливался, че он пригинался? Он перестреливался, побоялся, зря. Он забрал, первого вот еще с котов, когда выходил. Потом начал пригинаться, уходить. Он бы мог и второго забрать. Но, возможно, думал, что там двое. Кван 1 в 2. В первом раунде второй карты. 45. Ну, их 52-53. Кван сейт, короче, на выходе из моста. Смотрит дом. Его фреш чекает. Смотрит дом. Он смотрит дом. Кван. С моста. Ну смотри, они зажали, видишь, и ждут. Его по тайминг поджимает, ему по-любому надо что-то делать. Не, а что, ему не обязательно что-то делать. Вот он уже, видишь, высидел свое время. Он уже пошел. И как бы ставит бета, да? Нет, он только спустился вниз, и вот сейчас выходит на дорогу. Снизу видит перед собой БТР, тушки, тела, смакфреш, перемычка, Витас КТ. Короче, все ушли с плента.
Они подумали, что он сместился, понял? Да, подавил. А что он сделал? Он просто стал на месте и переждал 20 секунд. Они уже начали по таймеру дергаться. Бомба была установлена. Все, ставит бомбу и уходит под... Нет, он уходит... Ой-ой-ой, сейчас перемычку будет принимать. Сейчас Витаса. Витас пробежал. Кван за ним. Видит. Ой-ой-ой, тут что-то... Ну, минус хоть дал. Да, сейчас он заберет, он может забрать его. А все, он один на один. Если сейчас начнет дефузить, он будет просто бегать туда-сюда разводить, если... Ой-ой-ой, молодец, фреш, угадал. Ну, Кван, да, Кван не угадал, он вот все сделал, чтобы выиграть раунд, и так натупил по концу. Бомба деактивирована. Беда. 1-0 за командой Sounds Good. 1-0. Ну тут все понятно, все по делу. Они сразу добыли себе большинство и разыграли раунд до конца. Да, друзья, сайт pbkiberarena.tv. Оставляйте комментарии, читаю ваши комментарии к последней новости, да, в группу D. Если что-то новенькое. Так, тут одни приветы просто. Бутен от мистера Фиша. Я уже команду зовут. Привет, All God. Тоже привет. Клин Блаку от Кисы. Окей, это все было. Пишите комментарии на pbkiberarena.tv. Сегодня без мирки, сегодня без каких-то чатов. Сегодня все в комментариях. Да и, наверное, был проход уже на альфу. Забрали первый опять, магия волшебник. Я хочу КТ глянуть. Кто у нас КТ, нахуй? Никого. Пропрыгнули план. Маг-волшебник. Наколдовал. Давай, кастуй фаербол 5-го левела и взрывай шушки мозга. КТ-шка стоит. Да, тут... Додавил. Да, тут просто беда, на самом-то деле. Смотрел с глаз шишки, там не было шансов. Бомба деактивирована. Никаких, на выход. И 2-0 за Sounds Good. И вот миссия вторая карта провалена. Пока что успешна для российской команды. И тут ребята уже... небольшой отрывчик, да, на два раунда ушли. Мост пробегает атака, Кван уже прям... Смотри, видел, поджал магию волшебника, опять от него первый минус. Ну, знаешь, Кван только что вылетел с моста, он даже не смотрел дом, он вылетел на дорогу, и сейчас такая суета на Б будет у Витаса и дэмэджа, просто мама не горюй. Кван уже в пленте, ставит бомбу, с Витас на катушках, в пленте еще есть дэмэдж, ну что делает Кван? Кван не ожидал его там увидеть, не, он думал, понял, прожать и зачекать, походу, переход. Но у него не получилось. Ну, в смысле прожать? Если когда он выпрыгивал еще с моста, то его уже увидел игрок из дома. То есть, и начал по нему стрелять. Кван выпрыгнул на дорогу, и что они просто бегут. Вряд ли. Просто что-то так... Не знаю. Бомба была установлена. Не осилил момент. Поставили в альфе пока. Ну, уже видели Фреда, не знаю, как правильно читать. Если написано... Наверное, Фрид. Ну, да. Фрид, смотри, минус 2 уже. Минус 3, вообще. Казнь просто. По одному. Видишь, заходили, а он первый хэдшот, второй хэдшот. Красиво сыграл. Не, ну он сыграл так, как, знаешь, как мог сыграть в этой ситуации. А вот что мутила команда Sounds Good в этот момент, это действительно, ну провал. Тут провал вообще. Как так можно было по одному заходить на игрока, который в ТРшке? Ситуация, в принципе, предельно понятная, ясная, и все понимали, что он один, сейчас выскочит втроем и убить. Таф, я покину тебя буквально на пару минут. Да, давай, я не против. Ой-ой-ой, у нас снова аркада Аплента, шишк минус, фрид минус, вот сейчас все получается, откинули гранаты на КТ, еще один минус дали, и дэмэдж, Витас приходит, ну борода минус, Витас, дэмэдж один, Ван здесь накуривается в дымах, но как бы не сильно его тут подраскумарил, до 94 хелсов, 2-2 счет в матче сравнивается, и украинская команда вот тоже начинает брать раунды. Ну вот, в общем-то, сейчас мы и увидим, какая сторона сильнее, какая сторона слабее. Матч покажет, кто здесь сильнее, это среди этих команд Капуст или Sounds Good. Все-таки на кону выход из группы, ну, как бы не только в этом матче, и в следующем для команды Капуста. Ну, для Sounds Good тоже много решается, минус от Квана, вот Моно сейчас очень сильно везет, Кван со стрита делает фраг, смак фреш КТ, там же в двойке дэмэдж под бетон ушел. Правь переход, ее минус от Фрида, жмут винты. Короче, очень легко сейчас манера, ставит хэдшот.
вдвоем выходят, забирают перемычку, минус от шишки, все, Витас последний, он переходит, наверное, будет, но тут без шансов, 1-5 и... Бомба была установлена. Да, бомба была установлена. Ну, вот такое вот. Ну и уже 3-2 за атаку. Вообще раунд только что был отыгран без шансов. Капусты и налетели, разорвали, дали минусов. И все очень просто было. Все очень просто, без каких-либо проблем для команды. И 2. И Аркада Стрит откидывает гранаты с Мак Фрэш. Вообще отдали точку А. В это время в винт уже с дэмэджем перестреливаются два игрока атаки. И дэмэдж забирает Фрида. Там должны разменяться. Ну, шишка нет, тоже получил. Маг-волшебник минус шишка. Хорошо. 3-4, 3-5. Минус от Мак Фрэша. Есть минус от атаки. Моно минус. 2 в 4. Минус от манеры. Минус от манеры. Ой, тут его уже Витас просто додавил. Не хватило патронов. Но и моно красный. 3-3. Пока равно играют. Начало миссии. Очень даже равно. Снова стрит, снова 2 тэшка, 2 винт. Попытаются повторить раунд, наверное, игроки команды Капуста. Сейчас шишка минус дал, винт проломили. Двое на Б еще, ой-ой-ой, защиты. Здесь уже ломают вообще стекло, что ж вы делаете? Шишка на мусорке зажат, слева есть игрок, слева. Врата, ты упираешься там, типа, вот он только понял. Минус от гранаты, очень смешной эпизод. Витас 1-5. Ну, в общем, да. Это 4-й раунд для Капусты. Они вот на мусорке, кстати, Квана заметили. И сюда мы сладенький. Еле домучил. Ой, сейчас сюда бы залетела граната. Спокойно. Нет, просто не выпустили. 4-3. Я удивляюсь этим аркадам. Смотри, как четко залетаю, да. Сразу минус-минус. И ставят пенты, и все. Не, ну там просто потерялась хелпа с Б. Она, во-первых, опоздала, а во-вторых, уже, когда они перестреливались, там уже игроки были на КТ, уже винт продавили, и как бы... Не, аркада идеально, что все одновременно вышли, это то, что нужно. Вот снова повторяют раунд, 2 тэшка, 2 стрит, смотри, убили уже одного сейчас, и... а тут просто шишка... Опять. Да. Тут даже без синхронного выхода просто тупит немного защита. Сейчас вот Витас и шишка, у кого? Шишка услышит Витаса, потому что шишка выходит винт уже как бы поздний по таймингу. Нет, все, он слышит Витаса. У меня опять Витас один остается, и опять его принимают. Не, ну тут просто беда. Тут просто беда. Вот игроки на пленте не сдерживают аркады. Они постоянно умирают. Вот в этом пока... Сейчас бы я сыграл бы со снайпой. Так, ну смотрим. Вот тот же раунд, только шишка сейчас не на винте, а на мосту. Кван опять стрит, он все раунды туда ходит. Фрид, моно, тэшка. Манера стрит. Уже отдали вообще, как могут. Смак там сидит на подсаде, на парочке пропрыгивает. Прайв, двоечка. Вот маг и волшебник, уже здесь дэмэдж, здесь уже четверо. Атака пока раскидывают точку, дымит, но никто не выходит. А шишка уже по мосту прошел, он уже почти в доме, а там никого. Фрид первый минус. Ну, вот. Опять. Сразу разменяли его. Не, ну все равно. Фрей, потом в спину заходит квад дэмэдж. Маг и волшебник минус 2, дэмэдж в спину, не может разбить стекло. Лес 3, он вы... Ай-яй-яй, взорвалось, во, нормалек. Там, ну, шишка на спину, да. Не убил мага-волшебника, убил сейчас. Ну, и теперь знают, что он на Б. Ну, как бы он может подергать сейчас и дэмэджа, и Витаса. Да, не будем забывать, какие он минуса сделал. Шансы есть. Квад начинает обходить. Как Т-шку. О, вот его встретил и забрал. Без особого напряга. Начало миссии. А, все, 5-4, первая сторона за Капустой. Сейчас посмотрим, как Капуста будет дефить. Посмотрим, как
Саундгуда будут атаковать, насколько я знаю, они довольно хорошо раньше атаковали. Не, ну сейчас увидим, на самом деле 5-4, вот такой был счет в первой половине, да, стоит отметить. Угу. Ну, а во-вторых, это ВВГ, и черт знает, что будет происходить. Вот все-таки, ну, конечно, финал, знаю, будет интересный. Вот я понимаю, что, допустим, как вот финал, да, у нас будет, там, в принципе, все результаты, большинство можно угадать, как половину, я думаю. А вот когда команды ты не так много смотришь, когда это микс, конечно, тут черт возьми, что может произойти. Миксы, а не такие миксы. Ой, не говори. Да есть, да есть. Вообще, слушай, рекорд. Кто самый крутой поинтбланчик? Это сложно сказать. Ты можно сравнивать по-разному. 5 в командной игре, 1 на 1. Тут очень-очень много разных моментов. Ну, такие, вот на твое усмотрение, допустим, 5-10, я не знаю, вот сколько вспомнишь, там, диких ПБшников не назовешь, вот таких вот, которые, ну, вообще топ-топ, вообще самый топ. Сложно мне сейчас, понимаешь, кого-то говорить, потому что не хочу никого обидеть. Я понял. Ну, давай после раунда я тебе буду давать там пример, а ты не будешь говорить. Договорились. Ладно, все, не будешь говорить, так и не надо. Ну, понятное дело, да, стоит отметить, конечно, всю команду RockSkiz. Кого? Мне еще неплохо, мне нравится, как играет Джон К. На самом деле. Джон К, вот, да, сейчас. Ну, давай, до раунда досмотрим еще сейчас. Давай. По этому поводу. У нас вот двое. Смотри, видишь, как тихонечко подкрадываются. Ну, по-моему, сейчас на манеру пойдут. Либо мидл. А что там с мостом? С мостом переходит. Вот, на мост перетянулся. Смак фреш дэмэдж. Выходят на мост и начинают бежать. Бегут по мосту два игрока. И двое перед мидлом, перед винтом стоят. То есть мост у них отпущен, да, правильно сейчас? У защиты? Да. А, ты за защиту. Да. Мост отпущен, там только Фрид под плентом смотрит мидл под бетоном. Смотри, он сейчас, скорее всего, что его квад заберет. А он пошел на ступеньках, чекает, а-а-а. По-моему, да, он узнал. И, ну все, минус сон. Провал. Квад перестреливается. Ставится плент, перестреливается широко. Минус квад от квана. Маг минус еще один. Ну что, манера 5, шишка. Где шишка? Винт. Далековато. Смотри, его сейчас Витас встретит. Да там маг, волшебник. Отлично отыгран раунд вообще. 5-5. Не успел на плент кто-то написал нам, но... Я потерял. У тебя нету капслога случайно лишнего? Хороший вопрос. У меня вылетел. Может быть, когда-нибудь появится, да. То у меня тоже уже начинает потихонечку сыпаться. Потому что моя первая потеря кнопки сегодня произошла. Минус капслог. Ну, мы очень любим SteelSeries, SMG, там 6G V2, вот с рекордом, да, обожаем эту клаву, но есть проблемки с высыпанием кнопок, когда ты носишь это все в рюкзаке. И вот у всех, причем и кейсеров, поинтбланчиков. Но у меня всегда были все кнопки, вот сегодня, знаешь, пропал капслог, и я расстроен вообще. Ты знаешь, у меня была похожая проблема, у меня пропала кнопочка, в принципе, когда никогда не юзаю это слэш, понял, в другую сторону. Вот, но я ее нашел. Смотри, сейчас 4 в 5 ситуация, апленд, подходит, смотри, подкрадывается. Сейчас интересно, как будут забирать. Ну смотри, ну тут четверо принимает. Тут ну тут на подсадке на парочке нет. Уже моно в плен зашел. Кван двойка, манера и фрид смотрит винт. Манера тоже двойка. Ой, сейчас примут. Тем более с первым минусом. Да, точно. Все, пошла атака, ребят. Смотрим за выходом. Манера минус еще дал. Двойку выше. Минус от манеры второй. Без шансов. Хотели, понял, нежданчиком залететь, а их угадали, можно сказать. Ну да. Пинг, посмотри какой, видишь, что у Витаса и у Дэмэджа видно, что подлагивает три палки. Может быть, это тоже играет какую-то роль. Да, три палки это конечно, вообще. Минус 3 от Мона, если не ошибаюсь. Последнего забирает он хедшотом. 6-5 за капустой. Ну и они опять... Вообще, по тому же сценарию идет встреча. Вот сейчас, знаешь, должно быть 6-6, там 7-6, и потом должны на 8-6 переломить капусту, если по такому же сценарию будет проходить игра. Но кто его знает.
Сань, ты капслог не находил? Моя мать. Ну куча вообще там. Не, на самом-то деле, знаешь, у кого надо брать кнопки? Рекорд. Скажи. Не при, есть попс. У попса есть одна запасная клава, которую он просто на кнопку играет. Магия волшебник минусует, смак фреша. Я тоже это увидел очень ярко. Фейл. Непонятно, непонятно, как он там взорвался, смотри. Что там шишка? Должен. Куда шишка убежал? Шишка уже, бедный, зажимают шишку, там в тупиках, под мостом, все. Смотри. Втроем. Еще нагрознил Витаса, Витас 6 хп. Как-то вот непонятно, поставили бы сейчас плейн, да, заняли бы дом. И как бы все уже тут можно было на выдохе играть. Ну, то есть, да, да, да. Побежали за шишкой втроем. Вроде бы и правильно, знаешь, вместе убили пацана, а тут уже вся защита уже притянулась, и уже даже вот плюс от плана, пожалуйста. Уже в плейнте. Не, ну тот был красный, в принципе. Смотри, смотри. Магия волшебник. Ой, не минусанул. Та ты шо, ты видел? Я не могу понять, куда манера, у него тут что-то, по-моему, состояние. Режет, правь. Кстати, в топ-10 будет там первом выпуске, я сегодня уже дописывался, приколы, уже, может быть, Вадим сегодня смонтирует, там будет момент, там, где парень двоих с ножа режет. Это был Электро Брум или Бром. Манера диффузит. Не попал, правь! Чуть-чуть, да, ему не хватило, наверное. Ну да, дэшечку. Походу, дэшечка. Ну что, раунд за атакой. Ну как-то все равно, 6-6. Это странный, смотри, раунд, сейчас они троем пошли, Кван просто пошел ломать бок, его Кван встретил, поспешил. Сразу разменял его магий волшебник. Шишки забрал прайс на мосту. Витас, наверное, хочет побаловаться с кимпой, смотри. И его шишки тут встретил. Побаловался. Тэшка, перестрелка. Магий волшебник и... Наверное, манера, да, там стрелялся с ним? Ну... Нет, там на самом деле двое. Манера и Моно в пленте. Они оба там тэшку, в принципе, контролят. Так, уходят к винту. Фрид стягивается также к винту. Сейчас посмотрим, чем здесь закончится эпизод. Шишка видит двоих мидл, заходит винт, и Фрид тоже винт зашел. Ой, контакт есть, минус один. Минус. Смэк тут же. Сейчас вдвоем просто шишка зажмут, да. Да, шишки там один зажал его. Жестко играют, капуста. Так, ко мне кто-то пришел. Иди открывай, да. Открывай ворота. Ну, мы пока смотрим, друзья, пока вот очень все похоже на прошлую карту, даже счет также идет. Вот сейчас, по идее, вот 8-6, это был переломный момент на ДЦ, когда 8-й раунд взяла капуста, может быть, сейчас тоже и произойдет. Так, двое стрит, тэшка Витас, походу дэмэдж тоже будет тэшки, правь смотрит мидл. Минус от фреша, прокинули одного в точке, минус моно. Активно сейчас при двойке защищаются, плюс фрит поднялся с бетона, минус манера, маг не проходит, шишка минус. Тэшку сейчас законтролит Кван, по-моему. Ой-ой-ой, отогнали атаку. Хотя минус от смака. И сейчас пытаются еще раз зайти. Да, Кван тут не очень удачно играет. Шишка минус один. Ну, шишка! Минус два. Вот если бы третьему поставил, это, конечно, был бы жесткий момент. Но не ставит. 7-7 у нас ничья. И вот не повторяется ситуация с ДЦ. В этот раз команда Sounds Good сравняла счет. И, возможно, это станет переломным моментом. Хотя... Кто его знает? Все понятно, я правда. Я с тобой. Опять прав пытается сейчас будет минуснуть мост, пока чекает. Там альфа уже закидывают усердно. Ты видишь, да? О, кого-то встретил квад, забрал шишки. Сейчас, скорее всего, уже будет проход на альфу. Опа, еще один. Бетон. Квад вообще сделал два важнейших минуса, если бы его еще и прикрыли, вообще было бы шикарно. Он вряд ли бы взорвался. Какой перелом пошел. Сейчас Sounds Good возьмут 8-й раунд. Ты что? Была установлена.
Могло быть уже все печально для этих ребят. Ой, здесь вплотную. Да накурили все-таки Фрида по концовке. Да, накурили его. Да. Я тебя слышу. Опять, точнее, себя. Как так? Это... А вот так. Ну ладно, 8-7 за СГ. И они уже впереди. Рита сделает первый минус. Саунд года в большинстве. Проходят. Смотри, это будет бета. Он квад уже сейчас будет ставить. Смотри, не прочекали плент. Может быть там опять квант крысится. Но нет. Квант под плентом забрал Витаса. Его разменял волшебник. Смотри, какой минус сделал Прайв. Ты что, ты видел? Нет. Шикарный минус. Смотри, сейчас мог второго забрать. Забрал второго на переходе. Да все, это все идет к третьей карте. 5-2 за атаку, 9-7, и теперь уже два матчпоинта у команды СГ. Вот так вот. Начало миссии. Да, третья карта у нас неизвестна, да? Так, третью карту мы не знаем. Ну, в принципе-то, на самом-то деле, третья карта еще может и не быть. Сейчас два раунда удачных от капусты. Овертайм какой-нибудь. Вот я вчера вообще насмотрелся этих овертаймов. Тебе спасибо, потому что... А также командам. Андрей. Смотри, магия-волшебник ворвался. Ой, минус 2 на плент. Кван его забрал с винтов. Все. Правит минус манера. Да, это третья карта. Кван один остается. Кван, дружище, ты куда? Ищи сюда. Ой-ой-ой, ну аж кабанят Квана. Вдвоем плен ставят, смотри. Бомба была установлена. Оп, их, второго мог еще поймать. Ты смотри. Сейчас еще Кван разберется. Да, ой, как вот должен был убирать. Сейчас игрока, не повезло. Третья карта. Третья карта. Аж интересно, или сейчас будет метро, или метаун вообще можно будет. Так, очень я себе пока... Интересно понаблюдать за матчем. Отмечу счет. 7-10. И у нас 1-1. Рубится капуста. Вместе с Аунсгардс. Но только что капусту порубали реально. В капусту, просто в щи. Так, третья карта. Мапа какая, давайте спросим у ребят. Да, нужно остановить запись пока что, ненадолго.